готовимся к сезону по 2-3 тренировки в день. Встаем, восстанавливаемся. Все хорошее настроение. Все живы, здоровы, все здорово. Закончил бегать. Еще один раз надо пробежать, он Викторович ждет меня. А в какой момент тяжелее всего бежать? На поворотах, либо же на прямой? Бежишь, да, он прям жестко останавливает. Когда по прямой бежишь, он не сильное сопротивление. Ну, всегда должны быть только положительные. Ты не рад, потому что ты выполняешь. Когда на каждую игру выходишь, останавливаешься только на победу, на лучшие действия, взаимодействие в звеньях, на... Кого-то знаешь из команды соперника лично? С кем-то, может, играл? Да, человека 4, знаю. Тренером не доводилось работать? Доводилось. Работался. Такой харизматичный, да? Да.